Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики. Хотел бы обсудить с вами такую тему, как голосование за так называемый законопроект антиколомойский. В этом законопроекте уже идет подмена. И назвали его антиколомойский неспроста, чтобы на озлоблении народа, на Толомойского олигарха, протолкнуть много чего под маской борьбы с олигархатом и тому подобное. Сегодня в парламенте приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в банковское законодательство. Законопроект поддержали 267 человек, 17 проголосовали против, 31 воздержались, еще 29 участия в голосовании не приняли. Вот такие вот пироги. Среди депутатов «Слуги народа» в поддержку законопроекта выступили 198 депутатов. Еще 33 не присутствовали на заседании. Не поддержали законопроект, воздержались или не голосовали следующие нардепы фракции: Арсенюк, Березин, Василевская, Смаглюк, Воронько, Герман, Дубинский, Дунда, Загоруйко, Ковальов, Красов, Куницкий, Струневич, Ткаченко, Трухин, Черный и Яременко. Фракция Европейской солидарности и Голос поддержали законопроект почти единогласно. Все присутствующие депутаты проголосовали за. Таким же образом поступили депутаты группы Довіра. Почти все присутствующие на заседании нардепы от Батьківщини выступили против законопроекта. Нардеп Ющенко воздержался. Во фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» в поддержку не выступило ни одного из присутствующих нардепов. Группа «За майбутнє» из 7 присутствующих на заседании нардепов, двое, Вацак и Кучер, проголосовали в поддержку проекта закона, один Бондар выступил против, трое, Колыхаев, Лубинец и Урбанский, от голосования воздержались. Гусь не голосовал. Внефракционные нардепы разделились следующим образом. 10 нардепов: Гриб, Довгий, Магера, Молоток, Поляк, Разумков, Савчук, Стефанчук, Лабазюк, Магомедов проголосовали за. Трое, Ятовенко, Новинский, Поляков, от голосования воздержались. Один выступил против, Требушкин. Еще один, Кондратюк, не проголосовал. Вот такие вот пироги, ребята. За этим законом, вернее, за этим законопроектом, которому дали, так сказать, кличку антиколомойского законопроекта, скрывается много других, так сказать, пряников и кнутов для пряников для олигархических кланов и кнутов для простого народа. Еще не было такого, чтобы власть себя как-то урезала по собственной воле. Вот такие вот дела. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Всем хорошего времени суток. Пишите комментарии, высказывайте свое мнение. До новых встреч на моем канале. Всем благополучного дня. Берегите себя, берегите свое здоровье.